Проект «Образование вне границ» в этом году собрал участников из 15 университетов и из 4 континентов. Мы представляем Россию, мы единственный вуз, который представляет Россию на этом проекте. Проект проходит на английском языке, в онлайне и посвящен устойчивому развитию. Как только я узнала о том, что есть возможность принять участие в проекте Working Cross Borders, я с большим удовольствием решила это сделать. Я сразу поняла, что это то, чем я действительно хочу заниматься. Дело в том, что мне очень интересно общаться с разными людьми, особенно с иностранцами, потому что у них свой менталитет, своя культура и обмен знаниями, опытом, всегда очень интересен, особенно с иностранцами. Этот проект я действительно ждал достаточно давно. Я считаю, это достаточно хорошая возможность попробовать свои силы в общении с представителями других культур, в решении различных бизнес-задач, что является непосредственно нашей профобластью, с представителями, грубо говоря, как экономических центров, так и других стран. Поэтому я считаю достаточно интересным, так называемым, opportunity для будущей и карьеры как моей, так и для нашего вуза в целом. Я считаю, что ребята сегодня очень достойно показали себя на международной арене. Проект будет длиться 2,5 месяца, и мы ожидаем, конечно, победы от России, ну и участие в таком глобальном межконтинентальном проекте – это тоже победа для нас.